Одно падает. Да. Ты видео снимаешь? Да. Что необычная дождь такая, я первый раз такое вижу. Привет. Привет. Че, самолет летит, а это ты видишь, каких сколько много? Потому что наше солнце отбегает. Так вот сейчас оно, понимаешь, вот когда оно, тот раз перед тем, как оно запряталось, еще вот такое вот подплыло к нему, потом спряталось. Теперь вот это когда падало, оно, знаешь, как звезда, ну как вот метеорит летит. Оно прям... Что, типа падало на землю? Ну оно как бы так, да, вот медленно, медленно. О, смотри, летит вон. А, вот еще вот что-то приближается к нему, да. Вот это вот летит уже они, третья. И они что, собираются в кучку типа? Я не знаю. Ну вот третья эта штука, третий раз вот это слева приближается. Вот, оно что-то... Да, типа в одну кучку убило. Да. Видел, даже вспышка как да, была? Да, да. Теперь смотри, вот одно падает. Поменяй. Да. Ты видео снимаешь? Да. А ты близко можешь снять? Да, я максимально приблизил, у меня больше нету. Но вот это уже второй раз оно вот от вниз спускается. То есть, в принципе, как бы, да, даже на военные самолеты даже не похоже. Они, Саш, ну... Во-первых, нету такого... Не, ну, как бы много огоньков. А что, военный самолет может зависнуть, Миш? Зависнуть. Что-то не похоже. Нет, хотя, в принципе, современные могут. Да ну, Саш. Я видел. Да? Я как был в Москве, там их новые самолеты, они просто так над землей стрелой так становились, зависали. Блин, такое излучение просто, да, такой яркий свет они тоже давать не могут.